Пробить лодку! Стреляй! Стойте! Я переговорщик! Сразу! Что ли? Не стрелять! Это ведьмак! По приказу императора, не стрелять! Ведьмак, какой приятный сюрприз. Благодарю за теплый прием, император. Он был бы иным, если бы ты появился с моей дочерью. Где она? Она недалеко. Недалеко, белый волк, ты от того, чтобы расстаться с головой. Ты настолько нахален, потому что думаешь, что сейчас я не причиню тебе вреда. И ты прав. Но однажды это изменится. Ты не всегда будешь необходим и неприкосновенен. Но хватит об этом. Не будем опережать события. Что тебе нужно? Фрингилия Виго. Ты обещал Йеннифер освободить ее. Я понимаю, ты человек занятой. Так что вот письмо. Может, оно освежит твою память относительно ложи. У Йеннифер даже самые вежливые просьбы выглядят как угрозы. Это мне в ней всегда нравилось. Хорошо, пусть будет так. Ты правда готов их простить? Амнистия в обмен на помощь. Я не нарушу договора, который заключил с Йеннифер. Ты не ответил на мой вопрос. И не обязан. Мне пора. Хоть в чем-то мы согласны друг с другом. Стража! Привести Фрингилью Виго!
Можете снять с нее двемерит. Насколько я слышал, представлять вас не нужно. Прощаюсь. Прингелия, давно мы не виделись. Остальные чародейки сейчас в Генваэле, у Артскеллиге. Мы на лодке... Меня уже тошнит от лодок. Для меня от телепортов. Ну, делай, как тебе нравится. Собирается. Она скоро будет. И она наверняка захочет с тобой поговорить. Не сомневаюсь. Хорошо защищен. Мы наверняка найдем там что-то интересное. Как ты собираешься снять барьер? Попробую инклюзию Атлана Курка. Помнишь ее? Помню, как ты меня учила. Подумать только. Тогда я считала тебя эгоистичной холодной ведьмой. Ну-ну, только не надо нежностей. Ну что? Обличающие письма, шкафы, забитые скелетами. Мы даже дверь пока не открыли. Это сложная магическая блокада. Попробуем. Каякар Лиген! Мы разбудили стража. Я им займусь. Попробую сломать вас. Вот сука!
На лабораторию не похоже. Тут довольно уютно. Это ни о чем не говорит. Давай осмотримся. Все-таки как-то низко рыться в его бумагах. Ты сама хотела сюда прийти. Это должно быть портрет Цири. Нет, это не я. Шрама нет. Да нет, ты, точно ты. Хорошо подмечено. Ты уверена, что Авалак интересуется тобой только из-за твоих способностей? Очень смешно. Гляди, Геральт. Не знал, что он любит сладкое. Похоже, кто-то был здесь. Буквально минуту назад. Авалак на корабле. Точно. А если нет? Хватит. Дистиллят? Пахнет... вербеной. Ага. Что ага? Ничего такого. Иногда ты меня просто бесишь. Знаешь? Травы. Вроде ничего ужасного. Погоди, это еще не вся лаборатория. Я чувствую себя так, будто вошел в спальню. Генеалогическое древо АНХНХР старшей крови от Лары Дорн. До меня. Ты никогда не показывала мне полной версии. Я не знала, что Видимонте Заидирна тоже был моим предком. Это который наказывал дочерей раскаленной кочергой, или который приказал ослепить собственного отца? С дочерьми. Полной версии я и сама не видела. Похоже, Авалакх исследовал все линии гена Лары. Даже те, которые мы считали исчезнувшими. Только исследовал? Зная наших чародеев, я сомневаюсь, что он просто стоял и смотрел за потомками Лары. Вряд ли мы узнаем, какую роль в генной мутации сыграли эльфы. Ты имела что-нибудь общее с тем, о чем говорил Геральт? Что чародеи... Конечно же, нет. Посмотрим его заметки. Боги, он работал над этим почти 200 лет. Это он первым исследовал ген Лары. Фалька, здесь есть заметки от Цири. А вот уже интереснее. Он пытался получить комбинацию генов, как у Цири, только исключив человеческую линию. Это как? Думаешь, где-то спрятаны огромные банки с моими братьями и сестрами? Не глупи. Так далеко он никогда не заходил. Очевидно, все его эксперименты были неудачными. Ты уникальна. И поэтому теперь за нами гонится дикая охота. Посмотрим.
Может, найдем еще что-нибудь интересное. Здесь кто-то есть. За дверью. Обычное зеркало. Я-то думал, это скрытый портал. Эльфы знают толк в запахах. Сюда вошли. Мы не хотим тебе зла. Мне все равно, чего вы хотите. Убирайтесь. Ты была в Тирнеля. Невероятно. Я думала, для вас все эльфы выглядят одинаково. Если ты ищешь Авалакха, его здесь нет. Я знаю. И все равно пришла сюда. Чтобы порыться в его вещах. Мало он старается, чтобы уберечь тебя каждый раз, когда ты делаешь какую-нибудь глупость. Да что ты об этом знаешь? Вполне достаточно. Он много о тебе говорил. Например, что? Не понимаю, как он мог разглядеть в тебе черты Лары. Это же все равно, что пить воду из грязной лужи. Но я догадываюсь, что это как-то облегчает ему выполнение задания. Какого задания? Думаешь, он связался с тобой из удовольствия? Даже мне от твоего вида делается нехорошо. Невероятно. Почему-то эльфы вроде тебя всегда уверены, будто они лучше людей. Она не человек, а полукровка-выродок. И мы вынуждены использовать ее. Это так унизительно. Еще одно слово и... И что? Ты ничего не изменишь. Пусть она делает свое дело. А потом Авалакх наконец избавится от нее. Если он настолько меня ненавидит, почему он не сказал мне это прямо в лицо? Цири, надеюсь, ты ей не поверила? Очевидно, что она слишком заинтересована в этом деле. И что с того? Если они так меня презирают, то пусть оставят в покое. Цири. Ну что? Боишься, что я сейчас все разнесу, как в Каэр Морхене? Жаль, я не могу сделать этого по своей воле, а то бы я с удовольствием. Эта эльфка была права. Ты даже не собираешься меня успокаивать? В тебе ген Лары, и с этим ничего не поделаешь. Ты получила ее талант и ее силу. Эта эльфка отдала бы 100 лет жизни, чтобы оказаться на твоем месте. Сомневаюсь. Ты родилась с великим даром. Как ты его используешь, зависит только от тебя. Что это? Ожерелье Лары Доран. Красивое, но... Носи его.
Пойдем отсюда. Может, это была не лучшая идея. Нам сразу нужно на корабль. Ты хочешь еще что-то посмотреть? Не здесь, на Хиндерсфьяле. Я познакомилась в Лафотене с одним парнем, с Киалем, и хотела бы... Что случилось? Сири. Он умер. Дикая охота. Все? Никто не выжил? Скияль погиб позже. Ты уверена, что это был он? Ты встречалась с ним? Я была там и видела его тело. Ты сходишь со мной на его могилу? Я хочу хотя бы попрощаться. Я пойду с тобой. Спасибо. Можешь открыть нам портал на Хиндерсфьяль? Могу. Ну, идем. Только не задерживайтесь, хорошо? Угу. Пока. Давай посмотрим, могила должна быть совсем свежая. Спасибо, что пришел. Не люблю я ходить по кладбищам, особенно одна. Я тоже не люблю кладбища. Почему? Они напоминают мне о работе. Я никогда не был на кладбище просто для того, чтобы навестить чью-то могилу. Вечно охочусь на каких-нибудь гнильцов. Знаешь... Лучше бы я пришла сюда с ведьмачьим заказом. Лассе, сын Ньорда. Олаф, сын Уве. Инге, дочь Тротнера. Холера! Его здесь нет! Нет могилы Скиаля! Геральт! Я не уйду отсюда, пока не похороню его! Подумай... Что могло случиться с телом? Его не сожгли. Так хоронят королей и героев. Сомневаюсь, чтобы его оставили лежать в саду. Ах, ублюдки. Что? За деревней есть такая яма. Туда сбрасывают овец, павших от ящера. Ночью крабы объедают их до костей. Что вы здесь делаете? То, что вы должны были сделать уже давно. Хороним Скьяля.
Вы хороните труса, вопреки решению старейшин. Уходите отсюда. Вы попираете наши законы. Не ори, а то сейчас понадобится копать вторую могилу. Как вы можете его защищать? Место труса в канаве. Ель вам жизнь спас! Дикая охота гналась за мной. Если бы Скиаль не увел меня, от Лафотана вообще ничего бы не осталось. Чего это призракам может понадобиться от какой-то девки? Ты ж... Я не какая-то девка. А тот, кто хоть пальцем тронет эту могилу, в этом убедится. Могилу никто не тронет. Единственное, что старейшины наказывают суровее, чем побег с поля битвы, это осквернение могил. А то, что ты сказала, не знаю, правда это, нет. Пусть Скьяля судят боги. Хорошо, что мы сюда приехали. Ты не представляешь, как это мучило меня. По крайней мере, они не будут плевать грязью его имя. Пойдем отсюда. Возвращаемся на корабль. Угу. Thank you.
говори. А? Не жри столько. Дашь меч подержать? Это еще почему? Потому. Мое почтение, ведьмак. Тебе говорят, Геральт – убийца великана. Погоди, плотва.
Просто ведьма. Замечательно. Эй, посмотри. Пойдем. И что теперь? Собираешься отрастить себе новые глаза, как Вильгефорц? Когда я его убил, процесс восстановления еще не закончился. Выглядело это отвратительно, но... Надо думать, ты упомянул этого извращенца совершенно случайно. Естественно. Еще я слышал о слепом богаче краснолюде из Махакама. Он приказал вставить себе в глазницы два огромных рубина. Он ни хрена не видел, зато, как говорят, смотрелось это отлично. Надеюсь, ты не собираешься разгребать эту падаль. Мы не за этим пришли. Заберемся наверх. По лестнице. Сейчас я ее починю. Готово. Пойдем. Я заметила, что все это напряжение между тобой, Йеннифер и Трис, плохо влияет на Цириллу. Похоже, вы не представляете, как это выглядит со стороны. Трис изображает старшую сестричку Цири, а сама только и ждет, как бы прыгнуть к тебе в постель. Вы с Йеннифер играете в родителей? Да, так что если хочешь притиснуться пятой, у нас уже просто нет места.
Эй, Что теперь? Похоже, мне все придется делать за тебя. Видишь стража, который выглядит так, будто ждет платы? У меня нет мелких денег. Платить надо кровью. Этот страж — Фиолан, персонаж из эльфской легенды. Ты что, правда ничего не читаешь? Прошу. У Йеннифер должно быть действительно огромное влияние на Императора, если он гарантировал ложе безопасность. Что ты об этом думаешь? Что я думаю? Ты правда хочешь просто так поговорить об этом безо всякого... Геральт, я устала, давай присядем и поговорим. Тебе так важны предварительные игры? Тебе не нравится перспектива работы на Императора? Наоборот. До сих пор самой большой ошибкой ложи была ставка на слабых властителей. Тебя влечет то, что Имгир держит своих чародеев на коротком поводке, да? Йеннифер старалась не вмешивать себя в политику, и была права. Ты бы не сориентировался, откуда дует ветер, даже если бы описал себе штаны. Лучше поговори с Йеннифер. Даже я вижу, что между вами остались какие-то нерешенные дела. Йеннифер всегда была сама по себе. И это действительно трогательно, что теперь она решила позаботиться об интересах ложи. Если ты не доверяешь, после победы над Дикой Охотой можешь поискать убежище, например, в Ридании. Или сунуть голову в пасть Риггеру. Спасибо. У меня другие планы. Договор с Имгиром — ваше дело. Ты не со мной об этом разговаривай. То есть она тебе ничего не сказала? А что она сама собирается делать? Разве она не хочет стать советницей молодой, многообещающей императрицы? Держись подальше от Цири. Она уже взрослая, Геральт. Ты все время забываешь, что она уже может решать сама за себя? Так что, идем? Тебе не кажется, что пора уже перестать вмешиваться в жизнь Цири? Нет. Ты же знаешь, что не можешь отгонять нас от нее своим мечом, как стаю волков. Могу, и сделаю это, если придется. Погоди. Тут что-то есть. Чувствуешь? Нет. Мой медальон... Не смеши меня этой своей висюлькой. Настроиться на магию эльфов куда труднее, чем почуять смердящего беса. Смотри. Архан Люмар! И что? Это значит, солнечный камень где-то здесь. Ну, что стоишь? Попробуй подвигать зеркала.
наконец-то. Давай его мне и пойдем. Не так быстро. Мы должны кое-что обсудить. Дай угадаю, ты должна лететь. Сейчас ты скажешь, что по какой-то причине солнечный камень тебе куда нужнее, чем нам. Обернешься совой и... Не знаю, с чего тебе это пришло в голову. Сейчас безопасность Цири для меня важнее всего. Я хотела поговорить с тобой о будущем. О моем будущем. Не волнуйся. Император наверняка найдет тебе какое-нибудь занятие. Перестань острить и слушай внимательно. Как только мы одолеем дикую охоту, и Цири будет в безопасности, ошеломительная карьера Йеннифер при императорском дворе закончится. С моей точки зрения, все складывается замечательно, потому что меня не интересует возрождение ложи, если у меня в ней не будет решающего голоса. И ты все это говоришь, потому что... Когда мы разгромим дикую охоту... Ты собираешься ускользнуть вместе с Цири через черный ход и затаиться где-нибудь в глуши, так? Это очень романтично. Но вместо того, чтобы портить девушке жизнь, лучше возьми с собой Йеннифер и исчезни. Ты хочешь занять место Йеннифер при Имгыре? И при Цири. Ты понимаешь, что это случится. И я действительно предпочту, чтобы Йеннифер в этот момент была далеко. Содержать ее в императорских казематах слишком дорого. И потом это будет производить плохое впечатление. Еще рекомендации? Или мы можем возвращаться? Иди. Я знаю, что у тебя много дел. Я
вместо силы. Нет плохих дракаров. Нет плохой. Куда прешь? Соблюдай наши обычаи, прибуда. Скучно, мать его, идти. Не сомневаюсь. Зачем? Да, Геральт. Когда мы используем солнечный камень, почему ты считаешь, что Иридин не поймет, в чем дело? Не станет же он думать, что эльфы с белых кораблей внезапно по нему стосковались? Мы изменим сигнал, излучаемый солнечным камнем, так что Иридин не распознает его происхождение. Это не единственный артефакт такой силы. Есть и другие? Замечательно. Зачем же в таком случае я бегал туда-сюда по всему Скеллиге? Найти солнечный камень было проще всего, поверь мне. Мы тут заглянули в твою лабораторию. Надеюсь, вы не перевернули там все вверх дном. Ты не говорил, что именно благодаря тебе эльфы Айн Эйлис только знают о возможностях Цири. Я о многом не говорил. По счастью, сейчас это уже не имеет значения. То, что ты ставил эксперименты с генами старшей крови, не имеет значения? Я проводил эти исследования, чтобы защитить Цири. И всех, в чьих жилах течет кровь Лары Доран. Встретили кое-кого в твоей лаборатории. Да? Эльфку, которая утверждала, что ты ненавидишь Цири. И как это вяжется с тем, чтобы защищать ее любой ценой? Никак. Ты же не ждешь, что я сейчас раскрою тебе всю мою душу? При первой встрече с Цири ты взял ее в плен. Теперь ты ее оберегаешь, сражаясь против своих. Неплохой поворот. Во-первых, я не брал ее в плен. Она сама меня нашла. Таково было ее предназначение. Ну, конечно, лучше сразу переходи к во-вторых. Почему ты ей помогаешь? Потому что она опасна. Смертельно опасна. Ты видишь в ней человека, ученицу, может быть, даже дочь. Я вижу старшую кровь. Силу, которая может уничтожить мир. Силу, которую любой ценой нужно держать подальше от опьяненного властью Эридина. Мы действуем из разных побуждений, признаю. Но у нас общая цель. И будет лучше, если ты будешь мне доверять. Хотя бы попробуешь. Расскажи что-нибудь об этом карантине. Ты хорошо его знаешь?
Знаю ли я его? Я его вывел. В смысле, вырастил? Нет, Геральт. Я начал заниматься его выведением задолго до того, как он родился. Веками я соединял в пары эльфов, которые проявляли определенные способности, которые могли управлять временем и пространством. Результатом моих стараний стал Карантир. Золотое дитя. Золотое дитя, которое выросло и стало убийцей. Чудесный у вас, Уайн Эйли Мир. Просто замечательный. Расскажи мне, как это у вас получается? Играете тут себе на флейтах, рисуете пейзажики с единорогами во время гона, строите резные башни с цветочками-завиточками. А потом убиваете нас, не моргнув глазом, без всяких угрызений совести. Как? Разве люди испытывают угрызения совести, когда убивают эльфов Айнсиды? Краснолюдов? Дриад? Мы такие же, как и вы, потому что равно верим в то, что мы лучше других. Похоже, скоро Цири будет не нужна твоя помощь. Как и твоя. Верно. Она будет делать, что захочет, и я ее в этом поддержу. А ты? Ты готов дать ей жить собственной жизнью? Я ни к чему не стану ее принуждать, если ты об этом. Что с Маргаритой? Мне удалось ускорить процесс регенерации тканей. Она чувствует себя гораздо лучше. На самом деле, чем быстрее тут окажется Иридин, тем лучше. Совсем скоро эти твои чародейки передерутся друг с другом. Мы нашли солнечный камень. Дар Гелвана Дилиан с белых кораблей. По легенде, она так его и не использовала, а Гелван умер от тоски. Мы не заставим Иридина ждать так долго. Похоже, мы сделали все, что могли. Помни только, когда мы начнем, дороги назад не будет. Я готов, можно отправляться на Ундвик. В таком случае, в путь. Вы займете позиции на скалах. Здесь, здесь и... Большое спасибо. Мы знаем, как встать по кругу. Даже те, у кого на данный момент нет глаз. Я просто хотел избежать... О, Геральт, мы тебя ждали. Правда? Я-то решил, что вы уже начали. Мы обсуждали вопросы магического характера. Для тебя ничего интересного. Верно. Я ведь простой ведьмак. Не переживай. В простоте тоже есть свое очарование. Ты хотел объяснить свой план. План прост. Но не думайте, будто его просто выполнить. Я активирую солнечный камень. Если Карантир ответит на призыв, Нагльфар через минуту появится в заливе. Ложа помешает кораблю вернуться в мир Айн-Эйли, а Императорский флот отрежет его от моря. Затем 7-й пехотный полк Имлак пойдет на абордаж под командованием принца Варатры. Ты поддержишь их. А ты? Что будешь делать ты? Я буду ждать в резерве. Если что-то пойдет не так, я среагирую. Ага. Как генерал, командующий отрядами с холма. Ты будешь отдавать приказы сигналами рога или через адъютантов? Блестящая ирония, но чем я ее заслужил? Разве я давал хоть повод усомниться в моих намерениях?
Дамы и господа, меньше болтаем, больше делаем. Девушки, идем на скалы. Удачи! Я не услышал одной существенной детали. Что с Цири? Она подождет. На безопасном расстоянии от Нагельфара. Я так понимаю, не этого ты хотела? Ага. Я хотела пойти с тобой. Но я не согласился. Риск слишком велик. Ты не имеешь права ей приказывать. Забавно. Зираэль сказала то же самое, только значительно громче. У меня есть такое право, потому что только я могу активировать камень. Я буду делать это на своих условиях, или не буду вовсе. Зираэль согласилась с этим доводом. Уверен, что ты тоже. Зираэль... Ты клянешься, что останешься на берегу? А у меня есть выбор? Куда ты? Гулять! Или это тоже запрещено? Вдруг я себе ногу сломаю? Да, старшая кровь бывает горячей. По своему опыту могу сказать, что запретами от Цири ничего не добьешься. В результате она все равно все сделает по-своему. Надеюсь. Что? Неважно. Время не ждет. Если ты хочешь чем-то еще заняться, наварить этих своих снадобий, сделай это сейчас. Потом времени не будет. Я подожду у лодок с солдатами. Йен, что ты здесь делаешь? Жду тебя. Что-то случилось? Пока нет, но может. Очень может быть, этот бой будет для нас последним. Ладно, нас ждет бой с Эридином и всей дикой охотой. Может получиться, как под Соданом, или хуже. Хуже Содана быть не может. Послушай, когда все закончится, если мы останемся живы, я бы хотела уехать. Далеко.
И я хочу, чтобы ты поехал со мной. Куда? Все равно. В Повис, за Драконьи горы, может, даже в Зериканию. Как можно дальше от политики, интриг и так называемого высшего света. Ты без интриг и политики? Это же твоя стихия, твоя жизнь. Пора начать новую. Я поверю в это только когда сам увижу. Даже сейчас ты в политике по уши. Только для того, чтобы все уладить и уйти с наименьшими потерями. А что потом? Уединенный домик с цветочными грядками? Почему бы нет? Ты об этом мечтаешь? Поедем вместе, куда захотим. Будем делать, что вздумается. Ну так как? Ты со мной? С тобой везде. На такой ответ я и надеялась. Иди, Геральт. Авалак ждет. И не дай себя убить. Вы шпионить или по делу? Покажи мне свой товар.
Бывай. Ну как, Геральт, ты готов? Давай достанем этих ублюдков. С удовольствием, Геральт. С удовольствием. Мое сердце твое? Это что за заклятие? Это же любовное письмо. Как я говорил, камень должен был объединить возлюбленных. Не думала, что скажу подобное Иридину. Айн Верели, Кира Найт, Адар Эйхблен, Эйден. Брикушка сработала. Они близко. Где-то тихо. Это засада. Надо бежать. Не в этот раз. Нет, Зираэль, ты не готова. Ты не управляешь своей силой. Я все сделаю. Цири. Уйди с дороги. Цири. Этот лед. Заклятие. Надо уничтожить посох, который его наложил. Посохом я не ограничусь. Thank you.
Сиваэль, я ждал тебя! Почти. Изгрдят. Хорошо. Давай заканчивать. Квиолет.
шанс! Ты видел? Она была такой скажешь? Заткнись и дерись! У тебя был шанс. Ведьмак, я так ждал тебя. Почему? Хотел тебе кое-что сказать. Позже. Когда ты будешь умирать? Let's
Так что ты хотел мне сказать? Авалак обманул нас обоих. Он стравил нас, а сам забрал Цириллу. Я тебе не верю. Thank you.
барьером. Сможешь его снять? Снять? Нет. В лучшем случае я сделаю в нем пролом. Но только на минуту, потому что нельзя... Короче, я... Мы войдем оба? Нет. Ты пойдешь один. Я вернусь к тебе с целью. Ясно. Агарет! Фейрганы Агарет! Давай, Герет! Со мной все в порядке. Иди, иди. И передай Валак мой пламенный привет.
надеялся, что тебе не придется этого видеть. Где Цири? Недалеко. Послушай. Заткнись. Я уже наслушался твоей брехни. Берись за оружие и покончим с этим. Я думаю, что ты не нападешь на безоружного. Я не был бы так уверен, у меня очень плохое настроение. Я тебе не враг. Я просто помогаю Цири. Я не верю тебе. После всего, что случилось, я просто не могу тебе верить. А мне? Авалак говорит правду. Я попросила, чтобы он помог мне открыть башню, потому что я хочу туда войти. Зачем тебе туда? Дикая охота повержена. Но не белый хлад. Предания говорят правду. Я видела миры, скованные льдом. Я видела, что вас ждет. Только старшая кровь может остановить белый хлад. Только я. Вымораживая один мир за другим, уничтожая всякую жизнь. Только я могу остановить разрушение. Я долго думала об этом и уже все решила. Должен же быть другой выход. Что ты знаешь о спасении мира, дурачок? Ты же простой ведьмак. Это моя история, не твоя. И позволь мне ее закончить. Не поступай так со мной. Прошу. Не сейчас. Геральт, поверь мне. Я бы хотела поехать с тобой в какую-нибудь корчму. Пить глинтвейн, сушить сапоги. Но я не могу. Я должна попытаться. Ради тебя, Йен, Трис, всех. Держи за меня кулаки.
волколак. Иллюзия. Кто ты? Ты знаешь, кто я и зачем я здесь. Не нужно. Я никому не угрожаю. Я умираю от голода. Болота отравлены. У меня нет сил охотиться на людей. Тебя призвала ведьма? Во снах. Когда-то мне снились волчьи сны. Теперь только голод, боль и кровь. Где она? Где-то на болотах. Другого выхода нет? Есть. Ты найдешь мне ведьму и проведешь через болото. А потом? Потом мы посмотрим. Что она тебе сделала, эта ведьма? Украла у моей дочери медальон. Если позволишь, зачем рисковать? Ведьма будет сражаться, как затравленная росомаха. Может тебя покалечить, даже убить. Купи девочке новую висюльку. Она прежней не вспомнит. Не пойдет. Моя дочь умерла. Двигай. Как тебя зовут, волколак? Берем. Веди меня к ведьме, Берем. Тут рядом волчье логово. В логове щенки. Вынеси их с болот. Тут они не выживут или превратятся во что-нибудь злое. Чую людей и волка. Сколько людей? Не больше 10. Не вмешивайся. Что вы здесь делаете? Тут уже несколько дней волчиха охотится. Убила корову, ранила человека. Так мы капканы расставили. Попалась, глупая. Подождем, пока устанет. Потом спустим собак. Поглядим. Что у тебя с ухом? А что такое? Не твое собачье дело. Отпустите волчицу. Она еще недостаточно ослабла. Бесится. Знает, что сдохнет. А еще не смирилась. Убирайтесь отсюда. Что? Да вы сдурели? Она скотину у нас убила и дальше будет охотиться. Это ж зверь, мать его так. Вражина злоебучая. Или вы, или она. Лучше бы я этого не слышал. Живьем с тебя шкуру снимем, приблуда. Это ты зря. Один щенок еще живой. Пойдем, нет времени. Он один не выживет.
веди к ведьме. Близко. Где-то здесь. Возвращайся к своим волчьим снам, Берен. Спаси щенка, уйди куда-нибудь подальше отсюда, найди симпатичную волколачку. Живи. Я помогу тебе. Нет. Помни, затравленная росомаха. Она может тебя убить. Знаю, иди. Терпение, сестры. Я чую, он идет. Вы получите его душу. Получите его боль, его ледяное страдание. Наешьтесь им. Уже недолго, сестры. Уже недолго. Я чую твою боль. Вижу страх. Оглядись. Ты чувствуешь их ненависть. Ты убивал их братьев за горсть сребреников. Они хотят твоего страдания, а ты уже не опасен. Ворожба не лжет. Ты не переживешь этого боя. Ласточка мертва. Остался только замерзший трупик в ледяной пустоте. А ты боишься. Ты чувствуешь страх. Лжешь. Я уже ничего не чувствую. Ты другой! Ты страдаешь! Ты хочешь смерти! Я знаю это! Я знаю вкус дыхания самоубийцы! Вражба не лжет! Это маленькая шлюшка, проклятая кровь, убила моих сестер. Я осталась одна из-за тебя. Oh!
Закончилась полным торжеством южного захватчика. Лишенные тактического гения Родовида, королевства Норлингов не смогли противиться бесчисленным легионам Энгвира. Черные знамена взвелись над Новиградом и Реданией. Измученный неустанными набегами темерских партизан, Эмгир Вар-Эмрейс согласился вновь признать их королевство на правах своего лидера. Темерцы сложили оружие. А император, благодаря этому, смог сосредоточить силы на других фронтах. Так, благодаря победе Нильфгарда, темерцы вновь обрели свою отчизну, а история, которая уже раз показала, сколь любит причудливый сюжет. Расправившись с Родовидом, Эмгир Вар-Эмрейс рассчитался затем и с внутренними врагами. Верные императору шпионы раскрыли всех состоявших в заговоре против него купцов и аристократов. Хотя их бунт никогда не выходил за границы туманных планов. Император не знал жалости, как всегда. В то время как континент был обескровлен войнами, на Скеллиге под началом Керис начался расцвет. Ведь в отличие от своих предшественников, молодая королева вместо разорения чужих земель сосредоточилась на заботе о собственных вотчинах. Благодаря этому народ островов весьма разбогател, хотя и потерял при этом свою прежнюю хватку. А что Цири? Трудно сказать. Ее не видели со времени событий на Умбрике.